Караганде состоялась премьера отечественного кино «Берсенишин». Мелодрама, где раскрываются семейные ценности, стала дебютной работой для актера и продюсера Азамата Сатвалда. Режиссер-постановщик фильма Ардах Тулюбай. Съемки фильма проходили в Алматы и Алматинской области. Сюжет фильма с уверенностью можно назвать основанным на реальных событиях. Как и герои фильма «Берсенишин» или «Ради тебя», большинство семей в Казахстане не могут представить себе жизнь без ребенка. Все попытки завести ребенка не увенчиваются успехом. Обстановка накаляется из-за того, что отец решается разлучить героя с любимой, в случае, если наследник так и не появится. Ряд проблем, связанных с браком и родительским ультиматумом, заставляют Оскара, так зовут главного героя, изменить жене. В результате случайной связи появляется надежда стать родителем, но даже это не принесло семейству счастья. Деньги, потраченные на съемки фильма в жанре драма, вернуть очень сложно. Но нашей главной целью было не столько вернуть деньги, сколько дать зрителю пищу для размышления. Мы выбрали жанр, за который до нас никто и никогда не брался. Мы очень надеемся, что наше детище не станет фильмом, который один раз посмотрят и забудут. Ключевых персонажей в картине исполнили актеры театра и кино. В главной роли сам Азамат Сатыбалда, Еркебулан Даиров, Оразхан Кенебаев, Айжан Байзакова и Зарина Кармен. Просто она, наверное, самый счастливый человек, наверное, самая счастливая актриса, да. Потому что мы под нее писали сценарий. Да. Когда пришла идея, мы с Ардахом сидели и сказали, кто будет играть героиню. Мы то есть, сразу да, не у каждой голос, актрисы есть да, такое счастье. В один голос сказали, Зарина должна сыграть. Если она согласится, мы дальше будем писать сценарий. А если не даст добро, мы возьмем другой сценарий, возьмемся за другое дело. Фильм снят за один месяц. Для полнометражной драмы это рекордно короткий срок. Все это благодаря профессиональному составу, который участвовал в съемках телевизионного материала, говорит автор. Вера, надежда и любовь. То, на чем держится мир, и то, что помогло бы многим семьям, как и в этом фильме, быть крепче. Фильм «Берсенишин», начиная с 3 мая, можно посмотреть во всех кинотеатрах города. Айнур Нурмангалиева, Жаслан Махлубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.